Всем привет, с вами Игорь. Вот мы закончили столиком ставить панельки. Толяна все. Вот, поставили панельки мы сегодня. 14 штук, 4 киловатта. Такой вот массивчик, сейчас ближе покажу. Вот, видите, все, Толя помогал мне. Привет, особенно привет, сейчас я Артему. Тобі привіт і лайк, що ти мене не забуваєш. Да. Артем його знає, Толю. Часто питає. Так, ось, бачите, так вийшло у нас все ровненько, в плоскості. От, от внутрі зараз покажу, як тут у мене коробочки один к одному. Верхня, нижня панель вверх коробка. А верхняя вниз. Ну, удобно будет подключать мне. Последовательно я буду подключать 7 штук. 7 плюс 7. 7 последовательно, 7 последовательно верхних и нижних. И их уже за параллелью. Вот так вот у меня снизу, если посмотреть, или сзади, оно все выглядит красивезно. Вообще мне нравится это поле. Очень классно все. Крепко держится, тут нормально. Жестко. Вот, дерево промаслю, как мне и советовали. Вот такое вот у нас получилось поле. И еще думаю, здесь все, где Толя стоит, вот примерно в этом месте, наверное, сделаю я, наверное, беседку. Будем столиком тут пивасик пить сидеть. На пенсию выйдем, уже делать нечего будет. Да, что, тут поставить столик. Две лавочки, крыша уже есть, навесик. Вон, можно даже и чаек закипятить прямо на панельках. Ну, в смысле, от их электроэнергии. Вот так вот. А чё? Уже пол беседки, так сказать, уже есть. Навес есть. Поставь только лавочку. Вот, два. Столик, лавочку, и уже готовая, так сказать, беседка. И место тут хорошее, тихое такое у меня. Вот ветряк видно, он видно, да? Вдали, да в конце огорода у меня. Тут как-то так. Сейчас еще спереди покажу опять. Мне нравится особенно этот вид спереди. Это вообще класс. Так, вот отсюда. О! А, ляпота. Просто ляпота. Да. Ну... Вот такую мы сделали сегодня работку с Толяном. Ладненько, пойдем мы отпразднуем это все дело шашлычком. Да, пожарим возле речки. Пишите в комментариях, что вы про это думаете, про нашу работу. Ладненько, все, всем пока, до следующих видео. Да, надумали мы еще видосик снять, как мы шашлычком. Да, не, еще не все. Шашлык на сковородке. Да, да. С морковкой. Да, дожаривается наш веганский шашлычок. Вот, вот такая приливаем, у нас. Приливаем панельки. Да, чтобы стояли. Электроэнергию. Такие, да. Вот такая вот у меня речечка есть. Ну, это у меня прямо со двора вышел. Дорогу перешел, и тут уже рисы. Лавочка моя. Вигоря гарно, Вигоря річка. Да, да, тут поставили. Вот. Лавочку рибу. Зарастает, правда. Очеретом, бурьянами, камышом, ну, ничего. Уже как есть. Но речка хорошая, рыба тут тоже есть. Ну, ладненько. Теперь уже, наверное, точно все. Все, всем пока. Всем пока. До следующих видео.